А так здесь не было, да? Церковь помните, да, вот эту? Да неужели не помню. Да? А это в каком году ее? Что тут, сломали ее? Или... Ее сломали. А кто сломал? Значит, где-то... Сейчас в каком году? В 58-м, 59-м. Наш этот бывший председатель сельсовета разрешил. Ага. И стали все вывозить в сланцы. Весь этот кирпич. Но кирпич-то был сделанный, такой, он не больно где пошел. Вот эта оградочка, она была, наверное, ну я небольшая была, но она вот больше метра была. А из чего? Кирпичная, да? Ограда. Да? Да, да. А батюшки здесь какие служили были, помнишь? А батюшки? Служили, нет, вот церкви? Этого представителя... Самого Вейна, я его не знаю, это родители уже рассказывали, было. И они до войны все время приезжали служить. А вы какого года рождения? Я 37-го. Мне 82 года уже. 82? Здесь сколько, всю жизнь живете? Да. А кто у вас на этом кладбище похоронен? У меня здесь похоронены папы моего, отец, вот. В том углу вот там. Там была и оградка ему. И... А кто разворовал, вы говорите, приезжие? А вот этот 101-й километр, как нам дали сюда их всех. Вот им постройку все везде сделали. Там ни одного дома не было, там был барский сад. Но. И это им там начали домики эти строить. Но. И они стали жить. И все. А тут и совхоз в 91-м, 90-м развалился, и все к ногам пошло. Ну. А вы с кем тут живете? Одна или с детьми? Я живу рядом вот с Таней. С Таней, да? Да, моя деревня 3 километра отсюда, как, родная. Как называется? Лединки. Ну. Вот, а я... А работали где, в совхозе, да? Я работала... Нет, я работала, мама работала до 58-го года в совхозе, а я работала в сланцах всю жизнь, 43 года. А кем? Я там работала с мужиками, подземной мотористкой, лопата 40 на 60 на шахты Кирова. А что вы там, кидали что-то? Сланец добывали. Да вы что? Я шахту Кирова начинала пускать в 56-м году вместе. Да вы что? После Кирова затопления. Интересно. Вот, а потом на газозаводе работала 15 лет и 13 в пассажирском. В общем, у меня стаж 45 лет. А, то есть в сланцах жили, да? Да. Ясно. Да. Как вас звать? Антонина Федоровна. А фамилия как? Мое девичье раньше, Сальникова было. А. Да. Ну ладно. Вот. Дети где живут ваши? Дети мои... Теперь у меня никого нет. А внуки есть? И мама умерла, папа умер, дочка умерла. И муж 9 лет назад умер. Все похоронены в сланцах. Ну ладно, все, поснимаем дальше. Да? Спасибо. Он с народом поговорит. Сейчас.